Выставка современного искусства «Несваренный суп» собрала работы семи женщин, которые делают первые творческие шаги. Живопись, графика, а также видеоарт – работы художниц из Украины, России и Франции. Достаточно ярко, эмоции передаются разные. Тяжело заглянуть вот в чужой внутренний мир. Что-то ты видишь ближе себе, а что-то художник как-то только ему понятное. По словам художниц, своими работами они восполняют потребность женщин поговорить с окружающим миром о своих чувствах, переживаниях и надеждах и желанием заниматься не только домашним хозяйством или ходить на работу. Мы все разные, и мы все, у всех разный опыт, разное видение, разные представления, разное мировоззрение, и, собственно, работы у нас разные. Поэтому вот суп. Среди прочих работ – арт-объект харьковчанки Валентины Гековой. К огромным пяльцам для вышивания пригвождено иглой разбитое окно, за которым яйцо – символ жизни. По словам художницы, так она хотела выразить свою душевную боль за страдания и потери, которые принесла в дома украинцев война на востоке страны. Наверное, человечество начинает осознавать свою хрупкость в очередной раз. И то, в какой степени мы не защищены, в какой степени очень легко нарушить гармонию, очень легко нарушить привычный ход нашей жизни. Причем и с такими вещами, от которых мы совершенно не ожидаем чего-то подобного. Увидеть современное искусство все желающие могут до 22 июля в муниципальной галерее. Вход свободный. Ирина Сайко, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».